встретить нас всегда легко в стране с названием «Детство». Молодые, энергичные и очень артистичные – это все про участников областного конкурса «Юные таланты Московии». Представители из «Электростали», Королева, Можайска, Сергиева Посада и еще четырех десятков подмосковных городов прибыли на гала-концерт. Певцы, танцоры, актеры – словом, представители творческой элиты. Но не только. Фестиваль объединяет больше двух десятков конкурсов по различным направлениям. Все они разделены на две большие группы – это художественное и техническое творчество. Эквантуриум – это новое начинание, которое вот только-только возрождается и вообще-то развивается в России. Это техническое творчество. Когда-то мы помним станции юных техников, сейчас это вот модернизировалось квантуриум, и сегодня ребята тоже представляют свои какие-то проекты интересные. Открытие фестиваля совпало и с другим грандиозным праздником – столетием системы дополнительного образования. Торжественное вручение наград педагогам, которые 30, 40 и даже больше 50 лет посвятили преподавательской деятельности. С праздником всех поздравил российский актер театра и кино Евгений Воскресенский, а также рассказал, что знаком с преподавательской средой не понаслышке. Я вспоминаю свою бабушку. В 1915 году она закончила педагогический курс. Вот, и уж в 18 году точно она работала в системе ликвидации безграмотности. Реутов не случайно выбран местом открытия фестиваля «Юные таланты Московии». Именно здесь располагается областной центр дополнительного образования и патриотического воспитания региона. Ксения Казакова, Виктория Волкова, Сергей Сомов для РТВ.